Всем привет! В этом видеоуроке я хотела бы вам показать, как делать вот такую жилеточку для девочки. Узорчик я взяла листики и основная у меня лицевая гладь. Вот основной узорчик со спинки. Вот видите, лицевая гладь. Размеры этой жилеточки я вам сейчас скажу. В объеме вот груди. Она полуобхват 32, это 64. Затем высота у моей жилеточки от плечевого шва до конца жилеточки 44, где-то 44,5 сантиметра. Теперь проймочки мои. Сейчас я вам скажу, проймочки мои 16 сантиметров. И глубина выреза. Ну, тоже где-то 16, где-то 15,5 сантиметров глубина выреза. Она вяжется довольно-таки просто и быстро. Если вам понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла итальянскую пряжу, в ней в 50 граммах 120 метров. Также можете взять, я буду вязать двойную ниточку, также можете взять, в принципе, у нас 240 метров в 100 граммах вализела на голд обычный. Также понадобятся две спицы длинные, 3,5 я взяла обычные, и чулочные тоже 3,5, это обязательно. Также понадобится крючок и ножнички, и сантиметр. Смотрите, чтобы вам правильно подобрать пряжу, возьмите, свяжите небольшой пример в виде, допустим, 20 петель в ширину и провяжите буквально там несколько сантиметров, 4, там 5, и померяйте. У меня в моем образце получилось 2 петельки в 1 сантиметре. Из этого я и высчитывала, делала расчет своих петелечек. Вы посчитайте, сколько у вас получается, и уже исходя из этого вы поймете, какие размеры будут у вас, а какие у меня. Итак, начнем. Для начала я сделала вот такие небольшие замеры, которые мне нужны. Посчитала, сколько мне нужна высота проймы, горловины. В общем, у меня будет состоять из нескольких частей мое вязание, поэтому я буду сначала провязывать резиночку в начале, затем буду вязать основное вязание с узором в 34 петелечки посередине. И затем далее там пройма, горловинка у меня пойдет. И начну я спереда. Затем в остальных, как говорится, частях буду уже смотреть, как связать спинку и так далее. Итак, для основного вязания я набираю 62 петли плюс 2 кромочные. Ну, смотрите, начинаю набирать не с, вот тут у меня не сначала как бы, а отступаю хотя бы метр. Метр для пришивания, чтобы потом делать как можно меньше, в общем, привязывание ниточек и так далее, чтобы у нас была сдельная для шития, в общем, края до проймы. Итак, смотрите, я набираю первые две петелечки на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю оставшиеся 62 петли. В общем, 2, 3, 4 и так далее. Набираю обычным классическим способом. 62 петли плюс 2 кромочные. Вот я набрала количество петель, мне нужно, и вытаскиваю одну спицу, но обратите внимание, чтобы не вытащили те, на которой, ту, на которой у нас вот начальные две петелечки были. Теперь вяжу следующим образом. Резинку 1 на 1, но первый ряд я провяжу вместе с кромочной, то есть как бы зафиксирую кромочную. А затем продолжаю вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда формирую нашу резиночку 1 на 1. Для тех, кого интересует подробный мастер-класс, не знаете, как вязать резиночку, посмотрите в предыдущих моих видеоуроках. Итак, таким образом нам нужно провязать резиночку. Этот ряд лицевая, изнаночная. На следующем ряду там, где лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Высоту резиночки нужно провязать нам 5 сантиметров.
Я думаю, вы справитесь с этим самостоятельно. Не буду заострять внимание. Вяжите 5 сантиметров, затем продолжим. Последнюю кромочную провязывайте желательно всегда изнаночной. То есть, если вы будете последнюю провязывать изнаночной, а первую кромочную снимать, не провязывая, у вас получатся ровные идеальные края. И потом вам будет очень просто и легко сшить эти края между собой. Вот я провязала 5 сантиметров, и как вы видите, закончила с правой стороны. У меня вот начальная моя ниточка. Я ее буквально несколькими стежками закрутила для того, чтобы мне не мешал этот кончик. Вот, теперь смотрите, я закончила с изнаночной стороны, значит, все петельки нам нужно провязать изнаночными. Я советую вам так сделать. Почему? Потому что вы потом увидите, что нам нужны именно первый ряд, лицевой такой вот, красивенький, ровненький, то есть лицевыми. Ничего страшного, если у вас получится перекрученные, вот как у меня, лицевые, это изнаночная сторона. В принципе, ничего страшного. Итак, весь этот ряд провяжите изнаночными петлями. Вот я довязала изнаночный ряд, и у меня с лица, посмотрите, вот такие красивые лицевые ровные петельки. Теперь, что мы делаем? Так как у меня основной рисунок будет только посередине, а основное вязание у меня лицевая гладь, то мы начинаем так. Смотрите, нам нужно ровно посередине отмерить 34 петельки наш раппорт узора. Я сейчас 64 должна поделить напополам. То есть у нас получается 32 петельки. Но так как раппорт 34, то значит у нас по двум сторонам должны остаться 15 петель. То есть здесь 15 и здесь 15. И ровно посередине наши 34 петельки раппорт узора. Смотрите, что я делаю. Я сейчас отсчитаю 15 петелек с одной стороны и поставлю маркер. Я буду делать это обычно иголочкой с ниточкой другого цвета. Вот. И отмечу себе серединку, то есть наши 34 петельки. Смотрите. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Вот я делаю себе маркер. Вот так вот. Я отрежу себе кусочек ниточки. И завяжу. Будет у меня вот такой маркер. Хотите, используйте булавочки, хотите, используйте цветные маркеры для вязания. Ну, мне так проще. Теперь, дальше считаем. Смотрите, 34 теперь. Раппорт нашего узора начинается. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. И снова ставлю маркер. Но здесь я пока не завязываю, мне нужно досчитать оставшиеся 15 петелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Все, у меня все правильно. Я отрезаю и эту ниточку, ставлю маркер себе. Такой неполный узелочек делаю. Все, серединка у меня отмечена. Смотрите, я себе отметила серединку, 34 петельки. И буду начинать делать узор. Итак, узор первый ряд. На лицевой стороне мы вяжем следующим образом. Кромочную мы снимаем. Затем вяжем первую часть из трех 15 наших петелечек просто лицевой гладью, то есть нашим основным узором. Вот я провяжу наших 15 петелечек. 13, 14, 15. Теперь следующие две петельки нашего узора я провяжу также лицевой. 1, 2. Теперь 2 изнаночные. 1, 2. Вот. У меня ниточка будет немножечко раздваиваться, так как я в двойную. Вы смотрите аккуратненько. Если у вас тоже раздваивается, будьте внимательны, чтобы не провязать 2 отдельными петлями. Теперь 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Теперь снова 2 изнаночные, 1, 2. Теперь 12 лицевых снова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь 2 изнаночные и 2 лицевые. Все. Раппорт узора, первый ряд наш закончен. Довязываем 15 оставшихся лицевыми петельками. И смотрите, следующий наш ряд и все последующие изнаночные ряды мы будем вязать просто по рисунку. Там, где лицевые, вяжем лицевые. Там, где изнаночные, вяжем изнаночные. Точно так же и наши 15 петель крайние мы будем вязать с изнанки изнанка, с лица лицевыми. Потому что это у нас лицевая гладь. Последняя кромочная. Последняя снимается кромочная. Провязывается изнаночной. А первая снимается. Итак, я вам еще раз повторюсь. Последующие все изнаночные ряды вяжем по рисунку. Третий ряд. Провязываем наши 15 петелек лицевыми. Затем 2 петельки узора тоже лицевыми. 2 и 2 изнаночными. Теперь вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем 3 вместе лицевой. Вот 3 петельки вместе провязываем лицевой. И делаем накид. Теперь провязываем 1 лицевую. Накид, 2 изнаночные, накид, 1 лицевую, накид и делаем 3 петельки, но следующим образом вместе, но следующим образом первую снимаем, 2 следующие вяжем лицевой и первую, ту, которую сняли не провязанную, просто делаем протяжку. С наклоном делаем влево. Теперь 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 2 изнаночные и 2 лицевые. Оставшиеся 15 петель довязываем лицевой. Я вам теперь не буду говорить, что будем, в общем, провязывать первые 15 петель и последние самостоятельно, не убавляя, не прибавляя ничего делать. Я вам буду просто рассказывать, как сделать вот этот средний узор. На изнаночном ряду петельки вяжите те, которые накид, изнаночной просто оставляя дырочки, то есть не перекрещенные. Пятый ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. Теперь 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой, затем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, затем 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. 3 петельки вместе, ну как мы вам говорили, первую снимаем, 2 лицевые. И вот так вот протяжку делаем. То есть, смотрите, первые 3 лицевые мы провязываем вместе за заднюю стенку, а следующие 3 лицевые мы провязываем. Так, первую снимаем, 2 провязали и протяжку. А теперь мы провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные и 2 лицевые. Довязываем до конца лицевые. Седьмой ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. Затем провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой за заднюю стенку лицевой. Так вот. Затем провязываем 2 петелечки лицевых. 1, 2, накид, лицевая, накид, лицевая. Теперь в конце
перед изнаночной еще провязываем лицевую. Теперь 2 изнаночных, еще раз 2 лицевых, накид, лицевая, так вот, накид и 2 лицевых. Теперь делаем 3 петелечки вместе снова лицевой с наклоном влево. Как мы делаем? Первую снимаем, 2 лицевые и протяжка. Вот, сделали с наклоном влево, теперь 4 лицевых, 2, 3, 4, 2 изнаночных и 2 лицевых. До конца лицевыми. 9 ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. А теперь провязываем 2 лицевые, делаем 3 петелечки вместе за заднюю стенку лицевой. Вот, немножечко у меня вот, не получается, но из-за того, что у меня много, в общем, у меня двойная ниточка, и получается 6 петелек. Теперь делаем 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид и 3 лицевых. Теперь делаем 2 изнаночных, снова 3 лицевых, накид, лицевая, накид, лицевая, лицевая и лицевая. Теперь снова нам нужно сделать 3 вместе петли с наклоном влево. То есть мы первую снимаем, 2 лицевых, делаем протяжку. Вот так вот, не 2 лицевых, а 2 петелечки вместе лицевой. И довязываем до конца по рисунку. То есть 2 лицевых, 2 изнаночных. Здесь 2 лицевых. И до конца лицевыми. И так как вы видите, у нас уже начинает здесь прорезаться рисуночек. Вот такой вот листики замечательный. Еще осталось буквально парочка рядочков этого узора. 11 ряд. 11 ряд является последним рядом в рапорте узора. Смотрите, итак, провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. Затем провязываем сразу 3 вот этих лицевых одной петелькой лицевой вместе. Затем 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Снова лицевая, накид. И довязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем 2 изнаночные. И в зеркальном отображении снова 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид. И довязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь снова нам нужно сделать с наклоном влево 3 вместе. Первую снимаем, 2 вместе лицевой. И делаем протяжку. Теперь довязываем по рисунку 2 изнаночные и 2 лицевые. Лицевые мы довяжем до конца. Смотрите, мы закончили с вами один рапорт провязывания наших листиков узора. Нам нужно таких листиков, я даже вам сейчас не подскажу, сколько штучек я провяжу, но я провяжу 26 сантиметров от начала вязания до начала убавления петель для горловины. Я провяжу 26 сантиметров. И после того, как мы провяжем 26 сантиметров, я вам покажу, как убавить на горловинку петельки. И до встречи во второй части.